Это место – одно из самых красивейших мест нашей планеты. С удивительными, кажущимися нереальными пейзажами. Огромная зеркальная гладь, отражающая небо, создает иллюзию путешествия по облакам. При этом для передвижения по ней не нужны даже плавсредства. Прогуляться по небу можно пешком. А также на машине, мотоцикле, на чем угодно. Удивительная окружающая атмосфера погрузит каждого, кто там окажется, в фантастический, нереальный мир, как будто перенеся путешественника на другую планету. Это самый большой в мире солончак Салар де Уюни, или его называют просто Уюни. Он находится в Боливии, на юге пустынной равнины Альтиплана, на высоте около 3650 метров над уровнем моря. Это огромное высохшее соленое озеро, имеющее площадь более 10 квадратных километров в окрестностях города Уюни. Оно содержит около 10 миллиардов тонн соли, толщина слоя которой достигает 8 метров. Во время сезона дождей, который продолжается здесь с ноября по март, солончак покрывается тонким слоем воды, превращаясь в гигантское зеркало. Именно в это время можно запечатлеть здесь самые нереалистические картины путешествия по небу и по облакам. Благодаря ровной поверхности солончака просторы здесь бескрайние. А пейзажи невообразимо красивы, наполненные самыми разными красками природы в разные времена года и в течение суток. Закаты поражают воображение. А усыпанное звездами ночное небо, повторяющееся в зеркальном отражении этого чуда природы, превращает нас в путешественников по космическим просторам Вселенной. В сухой сезон вода высыхает, а поверхность покрывается коркой из многогранных фигур. Бесконечность просторов и ровный горизонт позволяют любителям необычайных сюрреалистических фотоснимков придумывать и реализовывать самые разнообразные фантастические сюжеты. Туристы приезжают сюда круглый год. Каждый сезон в этом удивительном месте по-своему привлекателен. Уюни посещают около 70 тысяч туристов в год. Местные жители построили здесь отели, материалом для которых стала соль. Переночевать в соляном отеле для туристов – дополнительная экзотика этого и без того необычайного места. Не только стены, но и многое из мебели сделано здесь из соли. Столы, стулья, кровати, полки, а также различные скульптуры, украшающие обстановку. А на стенах висят надписи «Не облизывать». Соль Уюни содержит в себе огромные запасы лития – 70% мировых запасов.
век аккумуляторной индустрии солончак Уюни стал особенно ценен. Это серьезно повышает его значимость для экономики Боливии и делает его объектом пристального внимания со стороны крупных промышленных корпораций. Еще солончак Уюни является идеальным инструментом для тестирования и калибровки приборов дистанционного зондирования на орбитальных спутниках. Из-за большого размера плоской поверхности, находящейся на одной и той же высоте над уровнем моря, где перепад высот составляет не более 1 метра, а также из-за высокой отражательной способности этой поверхности, наряду с сухим прозрачным воздухом. Еще одной достопримечательностью солончака является остров Инкауаси, который расположен в его центре. Он примечателен тем, что на нем растет огромное количество видов кактусов. Среди них самые высокие, до 12 метров, и самые старые кактусы, возраст которых достигает 1200 лет. Цветут кактусы перед началом сезона дождей в октябре-ноябре. Остров Инкауаси возвышается над окружающей соляной пустыней примерно на 100 метров. С небольшой возвышенности острова открывается прекрасная панорама на окружающие просторы. Стоит отметить, что и в окрестностях солончака, на небольшом отдалении от него, также есть много интересного. Это прежде всего живописные разноцветные лагуны и их очаровательные обитатели. Дружелюбные ламы, альпаки, шиншиллы, множество видов птиц. А на летний период, который начинается в здешних краях в декабре, сюда прилетают фламинго. И можно увидеть сотни этих прекрасных птиц, разгуливающих по зеркальной глади озер, среди которых есть Красное озеро, приобретшее свой цвет из-за характерных водорослей. Рачки, обитающие в озере и питающиеся такими водорослями, в свою очередь становятся лакомством для фламинго, из-за чего оперение птиц получает розовую окраску. Есть здесь и долина гейзеров, и горячие источники. И еще одна местная достопримечательность – кладбище паровозов. Насыщенность впечатлений делает путешествие незабываемым. Побывав тут однажды, хочется возвращаться в это необычайное, потрясающее место снова и снова.